вкладыш газет. Ну вот это вкладыш, да? Ну, это вкладыш отдельно же от газеты, да? Нет, ну там нет, же страница на. Можно вырезать даже там что-то просто. А при чем газета? А газета при чем тут? Это же не автомобиль, в конце концов. А смысл? Она внутри автомобиля же. Извините, а то, не, ну внутри автомобиля, но это же не это же не автомобиль похищен, согласитесь. Что это? Планус падает, да? Конечно. Как в газетах. В обычных. Караван откроется, и время почитается. Я оттуда знаю. Товарищ инспектор, что с моими документами? Вы его задерживаете? Кого? Водителя. Нет, нет, для выяснения обстоятельств. Какого выяснения? Для он не хочет никуда ехать. Ну как не хочет? Ну удостоверение у вас, у гаишника. Ну понятно, сопровождением вас же поведут. Зачем? Вы его как зачем? Зачем я туда поехал? А кто его свободы лишает, уважаемый лейтенант, или кто вы там? Ну как вы не лишаете, если вы сейчас ему не разрешаете ехать? Не снимай мне в лицо, еще раз говорю тебе в лицо. Молодой человек, представьте себя, пожалуйста. Вы бандит, что ли? Удостоверение покажите свое. Удостоверение покажите. Покажите удостоверение. Почему вы кидаетесь на прессу? Кто это такой, а? Скажите фамилию его. Вы посмотрите, что творит. Может, он пьяный еще, а?